Дядя Дима, дядя Дима, когда нас позовут выступать? Вы? Ну подожди немножко, сейчас посмотрят наш ролик, который мы записываем, обязательно нас позовут. Все хорошо, только холодно. Ой, я замерз. Я свински замерз. Зовут в библиотеку. В библиотеках обычно тепло. И там кормят. Ну, мы же не ради того, чтобы покушать туда идем. Мы же выступать идем. Ну это кто как? Если библиотека далеко, далеко, и мы никак не можем туда приехать. Ой, вот что нам делать? Ну, я думаю, что тогда можно будет выступить онлайн.